Здравствуйте, уважаемые зрители! Как вы знаете, в воскресенье мы тепло распрощались с Рудольфом Вагнером, Европа Дискус Центр, Франкфурт, Германия. Если не смотрели, то ссылка сверху. Переходите, подписывайтесь на канал и смотрите. А во вторник мы уже встречаемся с Антонелло Греко, легендарным разводчиком из Италии, дискус-культура, город Линате. Мы провели с ним более 2 часов, и это были 2 интереснейших часа. Большой разговор о состоянии дел с непрерывным видео каждого уголка его разводки и откровенная беседа в его кабинете. Было очень жарко и по погоде, и по разговору. Присоединяйтесь. Я разобью нашу встречу на несколько частей, чтобы вам было легче смотреть. И не буду, вопреки традиции, включать кадры из Генуи с ее океанариумом, портом, музеем моря и богатейшей историей. И Алисио с ее пляжами, интереснейшим частным ботаническим садом, основанным британским генералом. Так, теперь я рассказываю о том, чего не буду рассказывать. Давайте вернемся к Антонелло. У него много работы, нельзя его долго задерживать. Как всегда, я не буду комментировать и выражать свое мнение, кроме того, что я говорил на встрече. Максимум информации от известного разводчика. Итак, если вы уже все сделали, подписались и заранее поставили лайк в качестве поощрения за мои труды, то поехали. Это награды моих клиентов. Они покупали мою рыбу и получали награды на выставках. Антонелло, ваше имя уже стало брендом среди любителей дискусов. Не могли бы вы рассказать о себе? Как вы пришли к дискусам? Как все начиналось? Я начал разводить рыбу, думаю, 20 лет назад. В 1999 я начал разводить дискусов как любитель. Шаг за шагом моя страсть развивалась дома. А в 2003 я начал этим заниматься профессионально. И мы начали в этом помещении. С очень низкого качества и небольшого количества рыбы. И шаг за шагом я улучшал качество и количество вариантов дискусов. И сейчас у меня есть хорошие результаты. Потому что моя рыба известна в мире. И для меня это очень важно. Я могу работать в этом сегменте длительное время. Но вот в прошлом году ситуация была не такая хорошая. У меня были определенные проблемы с нерестом. И также много проблем из-за цен на электроэнергию. Для меня это большая проблема сейчас. Ну и не только для вас. Да-да, я думаю, для многих людей в мире. Итак, я улучшаю ситуацию сейчас, и поэтому я могу продолжать в этом направлении. Очень хорошо, это радостно слышать, потому что многие люди закрыли свой бизнес, например, в Германии, или уменьшили его. Ситуация в Италии очень сложная. Этот сегмент в настоящее время не в хорошем состоянии. Многие магазины закрылись. Люди не хотят тратить деньги на дискусов. Они не знают о будущем, поэтому остановились. Это сложный период. Я надеюсь, ситуация изменится для меня и для людей. Если вы хотите, мы можем пройти на разводню. В данный момент у меня не так много рыбы, потому что у меня было много проблем с производством. Проблемы были в том, что икра становилась белой. Сейчас ситуация начала меняться. Но примерно 3 года было очень и очень плохо. Сейчас медленно, но ситуация начала меняться. Она сейчас лучше, но не на 100%. Скажите, а вы поняли, в чем заключается проблема? Почему? Нет,
потому что я взял несколько личинок и принес их в лабораторию, чтобы проанализировать. Там не было паразитов, там не было бактерий. Доктор сказал мне, что проблема – это вода. Но мы не можем понять, какое вещество в воде является проблемой. Я не знаю. В настоящее время, когда ситуация поменялась, пары стали работать лучше. Но это не максимум. Поэтому у меня есть только маленькие рыбы, потому что я только начал разводить. И в этот момент у меня есть только маленькие рыбки и совсем немного видов. Потому что некоторые виды сейчас остановились. Например, красная бабочка, красные тоже. Сейчас я имею несколько красных туркисов, немного синих, леопард, желтые, пиджон, снейкскин. Но только они. Некоторые другие, например, Red Swite, остановились. Вот эта часть – это разводня. Вариации, которые мы делаем в настоящее время. У меня есть Tiger Turkis и Tiger Snake Skin. Это микс, потому что у меня сейчас проблема развести чистых Red Melon. И я смешиваю и называю этот вариант Mustoon Red. Выглядит как панда. Да-да, но это не пиджон. Панда – это пиджон. Это выглядит как пиджон, но это не пиджон. Вот эта рыба – это кросс этого Red Valentino и пиджона чекерборда. Это Red Melon и Red Valentine. Это Red Melon самец и Mustoon Red Fire. Это вариация Red Valentino, но не Red Valentino. Это Red Melon. Вот это Red Melon. Red Melon.
справа red melon, а слева red fire. Female is red melon. Male is moonstone red fire. This is a red melon, this is a tiger. О, да, это тигры. Тигры здесь. Это ягуар. Пара ягуаров. Самец очень молодой, а самка более старая. Очень хороший, реально ягуар. Это тоже ягуар. Это новая пара ягуаров, я посадил их вместе вчера. Сейчас они немного растеряны. Ягуары, это вот с точечками, видишь, внутри ячеек. Здесь я посадил малышей. Это вот такой детский сад. Обычно я отсаживаю детей от их родителей после 3-4 дней, после того, как они начинают плавать, очень маленьких. И они едят только артемию. Они будут тут, пока я не пересажу этих рыб в аквариумы вверх. Вот сюда. И после я тоже пересажу этих в большой аквариум. Эти аквариумы объемом в 10 литров, а эти в 100 литров. И я из этого пересажу их в 200-литровый. Это туркисы с малышами. Очень много белых, но есть и хорошие икринки. Почему вы мальков пересаживаете так рано? Потому что родители заново будут начинать откладывать икру. Обычно, когда родители опять мечут и кладут икру с другими парами, это лучше. Это Albina Platinum и Albina Red Cover. Каких вы бы хотели видеть малышей от них? Я не знаю, потому что они начали метать икру только сейчас. Но я думаю, будут Blue Diamond и немного Red Cover. Оба альбины. Я посадил Albina Platinum и White Butterfly. Поэтому в следующем году я разверну Albina Red Butterfly. Это Albina Yellow и Albina Orange. Антонелло, вы посадили эти пары в нерестовике, и, допустим, вы видите, что ничего не произошло. Как долго они будут в нерестовике? Главное, чтобы самцу было не более 3 лет. А самки 2-2,5 года. Потому что самки работают больше, чем самцы, поэтому быстро снижают активность. Иногда через 6 месяцев я останавливаюсь и даю им отдохнуть несколько месяцев, а потом помещаю обратно. А какая здесь вода?
Здесь другая вода, чем в других аквариумах. Я делаю воду в осмотической установке. Я использую pH между 5,5 и 6,5 в этом промежутке. И электропроводность держу около 120 микросименсов. Система у меня общая, но у меня две линии. Одна для нерестовиков, другая для обычных. В нерестовиках все очень просто, только губка и все. Это вся система. About 120 microsiemens, right? 120, yeah. About 100, 120, 150. This is okay. And the same water for this. This water is different. This is tap water. Okay. Uh-huh. This is tap water. But the system is the same. Or yeah, yeah. The system is the same. Uh-huh. But I have two different line. One uh-huh. line for the osmosis. And one mm-hmm. line from tap water. Uh-huh. And so different water. Yeah? No, no, it's the same water. This is for change the water, and this is for empty the tank. Uh-huh. Okay. Where is water? This is air. Mm-hmm. Okay. Is the system yes. for is it like this system? Like this system. Is like this. Is it like this? Cool. There is the air, uh-huh. okay, and the sponge. It's a very simple mm-hmm. system. This is a white butterfly. Это butterfly. Some other moustoon. Еще один мустун и ред мелон. А в какой части России вы живете? Я не из России, я из Казахстана. А, я знаю Казахстан. Ну, рад слышать. Я никогда не был в вашей стране, но я знаю. Добро пожаловать, приезжайте. I never visited the your country, but I know your country. Welcome. Okay. This is blue diamond. Это blue diamond. Also this is a blue. Тут вы видите малышей, поэтому родители потемнели. Baby, they became dark. У них мальки и икра одновременно. Да, я поместил сетку. Они перенесли личинку в другую часть конуса. Сейчас я покажу. Это Albino Platinum и Tiger Snake Skin. Я сделал этот кросс, потому что в следующем году я хочу начать нерестить альбино тигров. В следующий раз я смешаю детей между собой, потому что дети будут иметь ген альбино. И от этих детей будут какие-то альбино тигры. Потому что в прошлом поколении не было альбино. Но мы имеем детей с альбино геном. Когда они вырастут, мы их сведем и будем ожидать сколько-нибудь альбино. Because in the first generation, when you mix albino with another type of discus, you haven't albino. Mm-hmm. But you have a baby with albino gene. When this baby grow, you can mix together. Mm-hmm. And from this you can obtain albino. Some albino, okay?
очень жарко. Здесь несколько других пар точечных. Это Albino Leopard Snake Skin. Это новая вариация, если вы знаете, Super Pantera. Я получил в прошлом году пару Super Pantera. Но самец не хороший, только самка хорошая. Поэтому я ее не рещу с голубым скорпионом. Это очень старая рыба, но очень хорошая. Я сводил эту рыбу с леопардом и теперь свожу с этой рыбой и с альбино. И хочу попробовать другой вид леопарда, снежный леопард. Поэтому я получу детей разных линий, и в следующем году я буду работать с этими детьми из разных линеек. Baby, my four different line. So next year I can work with this baby, and I can obtain different line. Antonella, so many lines and so many fry. How you understand after that who is who? You write on the. Yeah. Antonella, так много линий и так много мальков. Как вы потом понимаете, где кто? А я пишу на аквариумах. Эти дети от такой-то пары, эти от другой. Я пишу на аквариумах название пар. Леопард и снейкскин, например. Это, например, первый нерест от леопарда, снейкскин и суперпантера. То есть я помещаю на стекле наименование рыб. А вы никогда не перемешиваете мальков? Нет. Там еще леопард. Леопард snake skin и обычный леопард. Это Super Golden Pantera самка. Самец Golden Leopard. Я хочу получить Golden Leopard Pigeon и Golden Pantera. As golden gene, okay. So from this pair, I can obtain some golden leopard pigeon, and golden pantera. Mm-hmm. Okay. This is a red cover. Male is normal red rose. Female is red cover. Mm-hmm. This is a red cover. Это Red Cover самка и самец Red Rose. Вот это Red Cover. Посмотрите разницу между Red Cover и Red Rose. Red Cover имеет яркую окраску и голубую каемку. Blue Rim. А Red Rose не такой яркий цвет и слабая голубая каемка. Не такая красная, да. Это смесь. Самец леопард, а самка альбино леопард. А почему здесь два конуса? Это разные пары от металла и икру в один день, и я их соединил. Потому что вы знаете, что эти родители лучше, да. Например, я пишу одна икра таких и другая таких. Они перенесли личинку на один конус,
Я забираю конус. They move the baby on one core, okay? Uh-huh. Now they finish to move the larva, mm-hmm. and they take out the core, okay? Mm-hmm. Здесь у меня желтые пиджон-чекерборды, но они родились от ягуара. Но в этом размере мы не видим, что они ягуары. Они как обычные пиджоны. Когда они начнут становиться ягуарами, когда будут примерно 10 сантиметров, они начнут образовывать точки в ячейках. Но немного в нересте становятся ягуарами. Только часть. Часть становится ягуарами, часть чекер спотит и часть чекербордами. Тот желтый пиджоны. Очень жарко. Нет, нормально. А какая у вас температура воды? Сейчас 30, но зимой, когда на улице холодно, в этой комнате 28-29. Это тигровые туркисы. Очень молодая, но очень хорошая рыба. Хорошая форма. This is a young tiger, turquoise. Mm-hmm. Look at the pattern. Yes, I saw. It's a very, very young fish, yes. But a very nice shape. Mm-hmm. Mosaic turquoise. Same tiger turquoise. В этих аквариумах мусак туркис, тайгер туркис, мозаик туркис, пиджон чекерборд. Это голубые, Blue Scorpion, Blue Diamond, Blue Tiger. И здесь смесь бабочек, даймондов, скорпионы. Это интересная рыба, пантера и блю-скорпион. У них начали появляться точки, и они очень хорошие, как у мамы. Это все голубые. Здесь белый пиджон, но не white butterfly, они другие, полностью белые. Они становятся белыми, когда станут большими. Некоторые потеряли точки и стали чистыми, но только на теле, а не на плавниках и не на лице. White butterfly полностью белые.
так же и когда они очень молодые. Ягуары. Сейчас они пиджин чекерборд, но их родители это ягуары. Микс из синих, немного красных, немного пиджин. Сейчас у меня нету красных, они начали только сейчас размножаться, и поэтому сейчас у меня мало рыбы в нерестовиках. Но они сейчас начали размножаться, и я буду продолжать. Здесь некоторые рыбки рождены от кросса между пантерой и сноу-леопардом. Но от этого кросса получаются очень странные рыбы. Они не имеют хорошей формы, потому что самка, как я думаю, не имеет хороших генов. Я использовал разных самцов и получаю одинаковые формы, нехорошие. И я хочу поменять форму. А где вы взяли пантеру? Я взял у моего клиента из Франции, а он взял в Малайзии. Он купил у Винсона. Вы знаете Винсона Лао? Да, я купил рыбу у Винсона. Да, это рыба линии Винсона, но я думаю, что это не хорошая линия, потому что мне не нравится форма. Мой самец был хорошей формы, а дети нет. Мне не нравится эта форма. Он производит разные виды дискусов. Например, я взял самых лучших отсюда, но остальные очень плохие. Но этот вид дискусов очень новый. Может быть, вы сделаете рыбу лучше? Да, сейчас я начал менять форму, потому что точки очень хорошие. Они имеют много точек на носу. My male is very nice as a shape. Also, this female is good as shape. But baby, no. Baby, I don't like this shape. And she produces many different type of discus. For example, I selected the best, and I put upstairs in another room, the best from this tank. But many other fishes has like this, and many others very bad. And so I put this in the. But for me. This type of fish of discus is very new. Maybe you will do better fish from. Yeah. This. Now I started to work in this line, and so I started to improve the shape, because the pattern is very nice. Yes. I don't like the shape. Yes, I do, because the form is like this. And another bad problem. Is they have a mini jump on the nose. Okay? Mm-hmm. Yes. Here I have my big tank. In this moment, здесь мой большой аквариум. В этот момент он почти пустой. В прошлом здесь было 300 рыб, а сейчас он реально пустой, потому что у меня было много проблем. Тут только 100 рыб, но очень хороших. Да, я вижу ягуаров. Это рыба, которую я поместил в этот аквариум на вырост, и потом они станут родителями. Я использую их для разведения. Это мой бридинг-сток. Сколько литров в этом аквариуме? Примерно 4000. Точнее, 3700 литров. Но только немного рыб и немного вариаций дискусов. Вы используете плека? Да. Я помещаю их в аквариумы, чтобы они чистили.
Пока они маленькие, они чистят, потом нет, становятся старыми. But when they are small, okay, they help me. When they became, no, they stay there and they hit all. Yeah. So many people change. Yeah. Take young. For example, this is some. Здесь вы видите такой же кросс пантеры и с другой рыбой. Я выбрал лучших и поместил в аквариум. Лучших выбирал по форме и по точкам. Некоторых других поместил туда. Тут еще немного альбино леопардов. И это не братья и сестры с остальными. Здесь голубые, разные вариации, редковеры, тигры. Когда я обхожу разводню и вижу лучших, я помещаю их в отдельный аквариум. Это первый кросс между пантерой и леопард Snake Skin. Я сделал много, но отобрал только этих. Но очень плохие. Та же форма, та же проблема. Разные отцы, но та же проблема. Я для себя отобрал только 10 штук в другой комнате. Нет качества. Хороший рисунок, но плохая форма. Это мусак. Это альбино, но не хорошее. Вот эти хорошие. Обычно альбино не имеют хорошую форму. Это редко, чтобы альбино имело хорошую форму. Прошлый год я развел некоторые пары, но форма не очень. Сейчас я начал отбирать хороших для себя. Вот эти для меня. Это хорошая рыба, еще не очень хорошая форма, но я буду делать дальше. Скажите, альбино обычно не такая сильная рыба. Нет, она растет нормально, как и другая рыба, но их тяжело разводить. У меня сейчас есть система, как разводить их легче, поэтому я развожу много альбин. Проблема в том, чтобы альбино имела хорошую форму и хороший рисунок. Я должен извиниться перед зрителями. Я не всегда попадаю по звуку в то изображение, к которому оно относится. Для меня это очень сложно сделать.
И поэтому вы можете, я могу говорить про одну рыбу, а показывать другую. Поэтому, пожалуйста, те, кто разбирается, те, кто специалист, вы, соответственно, сдвигайте, так сказать, мысленно сдвигайте. Я покажу вам другую комнату этажом выше. Обычно я там держу рыбу для моего запаса, для разведения, но не слишком много. Если много, я часть продаю. Это для Артемии? Да. Это на один день? Это на завтра? Да, на один день. Я сейчас использую только два конуса. Но когда у меня было много малька, я использовал три. Этот на завтра, а этот на сегодня. Я уже отключил воздух и потом буду отделять. Это из оргстекла. Это... Это альтум. Я хочу попробовать их разводить, потому что это хороший бизнес. Но вы можете поговорить с Рудиком, он большой специалист по альтумам в прошлом. Это очень трудно разводить эту рыбу. А это корм. Я готовлю корм с красным, желтым, в общем, с разным цветом. С карафилом? Да, карафил pink и yellow для желтой рыбы. Это альбино-леопард с пантерой леопард, с альбиногеном. Это отобранные для себя. Я произвел очень много рыбы, но отобрал только вот. Потому что остальные очень-очень плохие. Здесь у меня некоторые туркисы, мосак. Это некоторые альбино. Некоторые Snow Pantera. Pigeon Pantera. Здесь тоже смесь. В этой комнате трудно снимать видео из-за окон. Это альбино пиджин. Здесь тоже альбино ред и альбино голд. Здесь альбино чекерборд. А здесь тайгер пиджин и тайгер туркис. Белый тигр – это тигр пиджин? Нет, нет, это другое. У меня есть белый тигр. Это пиджон чекерборд от Ягуара. Еще микс красных. Red Valentine, Red Cover, Red Melon, Host.
Здесь еще альбина леопарды. Здесь рыба вся для себя на будущее. Это yellow альбина. Это смесь голубых. Это пиджоны, но я думаю, что многие из них станут ягуарами. Если вы посмотрите, у некоторых появляются точки в ячейках. Не все станут ягуарами, но многие. Они становятся ягуарами, когда вырастут. До этого они обычный пиджон-чекерборд. Они примерно 9-10 сантиметров? Да. В прошлом году я продал обычных пиджонов моему старому клиенту, с которым работаю много лет. И вся рыба стала ягуарами. Поэтому я отбираю для продажи обычных чекербордов. Когда они становятся вот такого размера, они становятся ягуарами. Вот такого размера. Это странная рыба, вырастает и меняет рисунок. Он прислал мне фото. О, это невозможно. Все стали ягуарами. Я покажу еще одну комнату. Там только несколько аквариумов. Остальные пустые. Это туркисы, и я пробую разводить альтумов. И еще тут альбина дантум. Я взял эту рыбу в маленьком размере, и теперь буду пытаться разводить их, потому что это хороший рынок. Надеюсь иметь хороший бизнес. Здесь очень жарко, без электроэнергии под крышей. А это тигры, туркисы. Here.
some blue. Еще ягуары. Also in this tank there is many fish that I think will become jaguar. For example, this one became jaguar. There is a mini. И немного голубых. Это рыба, которую я выращиваю, потом отберу для себя и излишки продам. Это Blue Diamond с геном альбина. Поэтому в следующем году я скрещу альбина кобальта и альбина даймонда. Это все. Я показал вам всю мою разводню. Извините, что рыбы так мало. Много пустых аквариумов. Не извиняйтесь. Это реальная ситуация, я понимаю. Я любитель, и для меня счастье увидеть такую разводню. Хотите воды? Да. Это воздух для аквариумов? Да, вот этот один. А это для комнат. Но сейчас он выключен. У меня два, и они работают по очереди. This moment, this war, and this is stop. Okay? Sorry. Итак, после часовой экскурсии по разводне мы еще час проговорили в кабинете, где было еще интереснее. Разговор закончился, когда вода полилась на асфальт перед зданием. Антонелло сказал, что переполнилась накопительная емкость, так как она без клапана, и ему надо идти подменивать воду. Разговор в кабинете вы можете увидеть во второй части. Если подписаны на канал, то сделайте это первыми. Ну а сейчас, пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо за внимание и до следующих встреч. And will buy more discs.